Ребят, всех приветствую вас на своем канале Сезон охоты и рыбалки. Меня зовут Алексей. Значит, охота у меня уже закончилась. Это была третья у нас охота. И сейчас просто хотел вам вкратце рассказать, что в этом фильме будет. В общем, первый раз мы пошли, число я сейчас не помню, уже в октябре. По-моему, в октябре. Да, сходили мы на охоту. Вообще утки было ноль. Там мало летало, там единицки. Удалось добыть одну утку. То есть за утро. Ну, за ночь, за утро. Все, как бы так вот. Следующая охота мы пошли где-то дня, наверное, через 4. Мы ждали заморозков. Пошли заморозки, но сразу не получилось сходить. Оказывается, в первые же дни утка хорошо летела. Нас не было здесь. Ребята хорошо отстрелялись, поохотились. Вот. Пошли мы. По-моему, на третий день заморозков уже. Тоже было ночью минус 3. Уже стояло лед, шуга здесь. Как бы нормально так подморозило. Но, не поверите, мы пошли с дня. Ни днем, ни ночью, ни утром утки не было. То есть одну мы видели на соседнем озере. Я там не снимал одну утку. Потом приехали сюда с вечера одну утку. И утром одну утку. Может, одна и та же была. Все, перелета больше не было. Вот. Прошло еще дня, наверное, 3. Сейчас у нас опять тепло. На улице плюс 8 сегодня всю ночь. Сейчас, ну, с утра шел дождик. То есть не как с утра ночью. Пасмурно, когда мы приехали, моросил. Сейчас туман до сих пор еще не прошел. То есть он всю ночь держался. Вот. Утка тоже особо не летала. Прилетела по темноте ночью одна стайка. Потом тройка пролетела. Но к нам, подсадным, вообще ничего не село. Вот, все разъехались, Саня тоже уехал, напарник у меня пораньше. Я решил сходить и на вторую половинку поплавать по траве, посмотреть уток. Ну, дошел я уток. Ну, удалось ли мне их добыть? Сразу скажу, мне удалось. Их немного, да, но они получились трудовые. Вот, так что всем приятного просмотра. Все три фильма, ну, там по чуть-чуть, и все с трех охот я сделал в одну. Все. Всем удачи и до встречи на охоте и рыбалке. Всем пока. Утка серая, ребятушки, еще летит. По перышкам вижу уже, по оперению. Утка-то свись, похоже. Если серая летит, это хорошо. Значит, черная еще не пошла толком. Смотрите, друзья, какая красота. Солнышко встает. 6 утра. Запели, проснулись. Подсадные наши стоят, пока уток нету. На соседнем озере что-то стреляют. Санька стрелял. Саня ушел домой. Ему надо дела, он пораньше. Я остался еще на пару часиков посижу, посмотрю. Саня пошел к машине туда, в сторону. Я говорю, если на той стороне что-то будет, позвони. Может, что и добыл. Утку какую-то. Ладно. Ох ты, это, блин. Кукуха. Кукуха летит, я думал, утка. Кукушка пролетела. Вот, ладно, тогда сейчас посидим, потому что там стрельнул. Может, сейчас сюда к пацанам что-то и прилетит. Так, ну что, а мы с вами охотимся дальше. Сейчас плаваем на ту сторону, по траве, пошукаем, посмотрим. Может, что еще и добудем. Ребят, смотрите, подранок плавает. Вот они на моторе, наверное, искали его, плавали. Круги накручивали здесь. Они уехали, собрались. И вообще один на озере сейчас. Вот он, подранок. Ныряет, купается. Нырнул. Сейчас покушал. Травку там расщипает. И вынырнул.
знаю, еще посадных пойду когда собирать, может попробую. Но вряд ли получится добрать его одному. Ныряет хорошо, если это черный, так тяжело достать. Более они уже ныряют метров за 70, когда подплываешь, а то и больше. Посмотрим. Это не подранок оказался, это утка села. А я где-то проворонил ее. Ошибочка вышла. Вряд ли налетит. Высоту набирает. Хотя налетает. Нет, далековато. Обломчик получился. Сейчас собираю подсадных и уже буду складываться, собираться домой. Скорее всего, эта охота войдет в следующую, потому что через пару дней мы опять придем, ну, скорее всего, на другое озеро, уже тоже на утку. Там уже вроде как попрохладнее, но тоже еще не то. Ну, посмотрим, что там будет. Потому что сегодня там стреляли, утки было больше, почему она сюда не летела, непонятно. Ну, как-то так вот. Ладно. Сейчас пройдет пару дней, и мы снова встретимся с вами. Не переключайтесь. Сегодня мы вновь на озере, на этом же самом озере. Хотели мы на соседнее озеро сегодня съездить, но так подумали, что еще поохотимся здесь. Вот. Приехали мы сегодня с дня, пока прокатались туда-сюда. А вон, смотри, человек находится в шалаше. А, ну да. Значит, пока прокатались туда-сюда, время у нас уже почти 3 часа. Сейчас мы выставляем подсадных, всех, что у нас есть. Потому что перелет уже идет. Ну как, мы слышали, что мы 2 дня сейчас не были здесь, даже 3. Говорят, что утка шла. Ну не знаю, пока сам не съездишь, не узнаешь. Это точно. Значит, ветер северный, но северо-восточный. Уже 2 ночи были заморозки, 2 или 3, Сань. -2 там, -3. То есть холодно, сегодня тоже заморозок будет. Уже не так жарко, как было. Не так комфортно собирать подсадных, да все дела. Качать эту лодку. Сопли мерзнут. Сейчас выставляем подсадных. Лодку оставляем здесь с подсадными до утра. Сейчас у нас есть 3 часика, посидим, может еще с вечера прилетит. Иней. -2 у нас показывает. Мы на месте, мы на озере. Время 3:30. Улицы не было, ясно, звезды. -2 на градусике показывал. Подсадных так еще и не видно. По фонарям, по крайней мере. Да и так не видно, что плавали. Походу ничего не прилетело за ночь. Пусто. Ну ничего, сейчас будем ждать, посмотрим. Может чего и прилетит. Прилетело под подсадными. Сейчас легким трилево пойдет. Ждем или что? Что, по одной утке стреляли сейчас? Стрелял. Вылетел из темноты. Залива здесь, похоже. Я так понял. Один выстрел такой обстрелянный, потом не стал стрелять из-за того, что там плавают какие-то ночные стрелки. Так бы просто их дроби осыпал. Пока так, пока больше ничего не летит. Хотя должна, время уже самое то и лететь. Ребят, закончилась сегодняшняя даже не охота, а просто вылазка, прогулка. Вообще утка не летела. Холодом, он опять покрылся льдом, сейчас выплывал, собирал подсадных. Все разъехались,
Ну, утки вообще нету. Делать здесь нечего. Тоже решил собраться пораньше, ехать домой. Ладно, хоть что-то прилетало, это вообще голяк. Вообще ни одной утки. Поэтому сейчас пацаны всех собрал. Сейчас лодку складываю и домой. Не знаю, буду выкладывать это видео или нет. Или совмещу с прошлым. Потому что показывать здесь нечего. Вот, ну как-то так. Ладно, как получилось, так получилось. Будем ждать, будем надеяться, что попадем на перелет. Немножко поснимаем, постреляем. Вот, ладно. Всем пока, ребят. До встречи на охоте и рыбалке. Ребят, всех приветствую вас на канале Сезон охоты и рыбалки. Сегодня мы снова с Сашкой пришли на охоту, на уток. Это же озеро. Сейчас накачали лодку. Пойдем ставить подсадных. До этого были два раза. Первый день мы еще добыли одну утку. Еще что-то как-то летало в следующий день. Хотя были и морозы, уток вообще не было. Вообще ни одной. То есть просидели, промерзлись, а уток не было. Хотя до этого она летела. То есть опять мы на нее не попали. Но все равно вся утка еще не ушла. Она должна идти. Но сейчас опять же на улице тепло. У нас 9 градусов, 8 мне ночью показывало. Идет мелкий дождик. Ну, все-таки решили сходить, посмотреть, что прилетит, что не прилетит. Посмотрим. На озере мы одни, походу никого и не будет, потому что дурачков таких, наверное, в такую погоду не мало. Кто пойдет в плюсовую, да, такую дождь. Погода вроде как утиная, к ней подходить хорошо, к утке, да. Но перелет я не знаю, не будет, не будет. Через недельку где-то у нас опять заморозки. Сам снег обещает, вот тогда она, конечно, должна идти. Вот. Ну ладно, посмотрим, что с этого получится. Если что-то получится, а что-то может и получится. Смотрите, ребят, какой туман, туманище. Вон там терриконик. Уже не видно. Все ниже и ниже. Несколько уток пролетало. По темноте ночью прошуршали над головой. И потом еще видел, штуки три там что ли было. Куда-то пролетели туда и не вернулись. Ну что, друзья, так опять же утка опять к нам не прилетела, к сожалению. Мужики там тоже собираются уже в подсадных. Я сейчас думаю, пойду, наверное, на ту сторону проплыву, попробую по траве пошукаю, может там что найду. Нет, так тоже приплываю, собираю подсадных и собираюсь домой, потому что время 8 час уже. Я как не летела, так не летит. Вот, в общем, пока так. Но ничего страшного, мы не расстраиваемся. Все равно мы своих утей возьмем, добудем, конечно же, вам покажем. А пока не прощаемся, я иду на ту сторону озера. Видите? Напротив меня. Метров 50-60. Поднялась одна, вторая. Все поднялись, к сожалению. Хотела зайти немножко со стороны, чтобы в залив. Ну, сейчас или налетят, или сядут. Опа, они сразу сели. Попробуем еще раз добраться до них. Блин, эти поднялись что-то. И опять сели, смотрите. Это осталось. Две улетели. В итоге 3-4 штуки здесь. Две смылось. Попробуем вот это слева. Одиночку хоть взять. Как раз на меня летит. Ой, летит, плывет. Че, давайте попробуем. Да что такое, а? Ёлки-палки, вот это я стрелок. Как так? Ё-моё.
Что-то, ребята, не то. Гильзы соберу. Что за фигня была? В упор не попал, блин. А знаете почему? Потому что я думал, что она сейчас упадет. Когда так думаешь, обычно мажешь. Да, бывает. Вон они летят, три. Утка-то хорошая, серая, блин, не мелкая даже. Как я так удивительно стреляю иногда. Тьфу ты, елки-палки. Да. Обалдеть. Что, ребят? Обосрался я по полной. 5 выстрелов и все мимо. Утка была крупная, щерая. Ну, бывает такое, что ж поделаешь. Учиться и учиться, конечно, стрелять еще. Ну, как получается. Я проплыву, обратно вернулся на эту большую половину. Может, сели сюда, где. Если нет, возвращаюсь к подсадным. Собираю и домой. Фу, ребят. Проплыл опять по большой половине, поднял их там. Далеко поднялись, даже не на выстрел. Опять сели туда же, где я смазал. Вон они сидят. Сейчас попробую подплыть еще раз к ним. Не знаю. Еще бы человека в шалаш, да нет никого. Опять поднялись, ребят. Не подпускают они выстрел. Я не знаю. О, в проводах одна врезалась. Не подпускает, не налетает и все. Смотрите, видишь, облетает. Очень осторожный уже. Фу, ни один, одному не взять. Они еще опять на ту сторону сядут. А одному гонять это тяжеловато. Что-то не то, что-то не проха какая-то. А, вон они возле шалаша сидят. Возле самого. Посмотрите, что они творят, эта утка. Я вижу их. А шалаша-то уехали все уже. Как ты смотри, зараза, а? Что ж вы так далеко поднимаетесь-то? Сейчас мочкану, заколебался за ними. Ребят, одну взял. Ага. Вижу. 3. Сейчас я вижу. Сейчас гильзы собираю и за ней. Она еще и на крыле почти. Смотрите, творит. Еще зацепил. Вот поэтому далеко утку не надо стрелять. Потому что... Ребят, гильзы я соберу попозже. Надо добрать ее. Вот это утка, а! А, так это чей-то подранок. Наша утка вот. Ребят, я еще и подранка добрал, смотрите. Вот подранок плывет, надо его добрать. А то не ныряет хорошо. Так, это готово. Кверху пузом. Поплыли тут добирать. Это я подранка, которого ночники тут, охотники, сделали. А моя утка вот эта. А там подранок в траву пошел. Нырнул. Надо добирать эти тоже. Вот такая вот бывает охота вообще. Предсказуемая.
А, нет, это подранок ихний. Это черная. Это ихняя подранок. А моя где-то угребала вперед. А, это черная. Это ихний подранок, мелкая. Та-то покрупнее утка. И залезла она, скорее всего, в траву. Опять трава. Ребят, где-то здесь она. А где? Это, конечно, опасно по этой тване ходить. Такое дело, что можно и провалиться запросто. А вон она плывет, ребята. Вон она плывет. Блин, как бы не провалиться. Вон она поплыла. Где уже? Ух ты, блядь, страшно. Ой, ой, ой. Не вижу ее. Ну вот, одну добил. По голове просто целился, все-таки попал. Вторым. Первым что-то выше ушло. Да, по голове голову снесло. Так, а где же? Или-то она есть? Или все-таки двух я сбил? Видите, пока она делала в траве, сама сидела. Та, возможно, ушла дальше. А может, это она и есть. Обе крупные. Или одна и та же крупная. Да. Сюда она заплыла. Вполне возможно, что это одна и та же утка. Я гоняюсь за одну и ту же. Тут стрельнул, тут она проползла, сюда вылезла. Возможно, и так. Сейчас пройду, посмотрю еще. Вот такие вот уточки сегодня удалось добыть. Это действительно трудовые трофейчики. Пришлось немало поплавать. Видите, как поплыл за одними утками, а добрал чего-то подранка. Ну, так оно и бывает в основном. Подранков вообще надо, конечно, добивать, добирать всегда. Не оставлять, чтобы они мучились. Фух. Вот такой вот результат. Ну, как получилось, так вышло. Все равно хорошо. Гонялся за этими утками 3 дня, ходили. В первый день одна попалась, да, во второй вообще голяк ни одной. И сегодня на третий день вот немножко... И то пришлось за ними погоняться, поискать. Так, чтобы прилетели к посадным, такого не получилось. До сих пор стоит туман. Не знаю, видите он. Как он был, так он и есть. Может, из-за этого еще утка не летит. То есть она слетает и гонял туда-сюда. Они там остались сейчас. Вот это тоже серая остальная утка. Но я уже не буду гонять. Сейчас собираюсь и домой. Вот. Ну, такое видео получилось, не знаю. Скорее всего, коротенькое получится. Из 3 кусочков сделаю, что получится. Вот. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. И скоро опять на охоту.